сегодня поставили опору под огурчики и натянули сетку. Не знаю, видно. Она, конечно, у нас порвалась, но я ее связала, и еще годик послужит. Огурчики закрепила к этой сетке при помощи вот таких проволочек, продаются удобные, по-моему, в Оби. Не помню, где я покупала упаковочки. Вот так вот раз и закрепила. Саму сетку, так, где показать? Саму сетку закрепила вот этими же грибочками. Вот, к земле грибочком пришпилила. Вот, и она у нас зафиксирована. И сделала слепление вот из пазух. Все завязи и пасынки все поудаляла. Вот здесь огурчик, я его оставила. Вот, обработала все огурчики сегодня. Так они у нас выглядят. Прохладно сегодня, солнышка опять нет. Кукурузка, вот видите, с фасолькой хорошо развивается, им эта погодка нравится. Вот такие дела. А в свободное место, где вот у меня погибли огурчики, я посадила бархатцы высокие. Из покрышек. Там густой стеной у меня. Вот бархатцы. Вот бархатцы. Вот. Они будут отпугивать вредителей от огурчиков. Такая грядочка. Кукурузка уже высотой, ну, где-то с полметра. Вот, а на фасоли уже даже есть стручочки. Вот такие.